Добрый вечер, друзья! Сегодня в великолепном ресторане в вечерней Баку проходит презентация клипа Пьера Нарцисса и Юлии Черновой. И еще и день рождения Пьера Нарцисса, которого мы от всей души поздравляем, да? Обязательно! Вокруг меня очень много известных личностей, звездных людей, харизматичных, интересных, увлекающихся. И рядом со мной организатор мероприятий Юлия. Здравствуйте! Добрый вечер. Более полно можете представиться? Я организатор мероприятий, генеральный директор группы компании Sunrise Rose Entertainment. У нас ряд мероприятий, мы проводим и фэшн-мероприятия, и вокальные конкурсы, и конкурсы красоты. То есть у нас такое, на самом деле, много мы чего проводим. По поводу Пьера Нарцисса, мы с ним знакомы были еще лет 6 назад. Мы снимались в одной очень интересной передаче на Первом канале, которая называется «Самый лучший муж». И там... Вы там поженились, нет? Нет, в тот момент я уже была 6 лет замужем, и Пьер тоже участвовал со своей супругой. Тогда дочка была совсем маленькая у них. Передача была очень интересная, но почему-то ее быстро закрыли на Первом канале, прям очень быстро. Может быть, после этого? И еще несколько передач ее, но была очень интересная. Очень жаль. Тогда мы впервые с ним познакомились, он очень классный человек, я сегодня это прочувствовала очередной раз. Юль, скажите, пожалуйста, могут ли к вам талантливые девушки, парни обращаться по поводу участия в мероприятии? Обязательно. Наш проект называется Rising Talents, это восходящие таланты. И мы в поисках талантов, которые умеют хорошо петь, которые умеют хорошо двигаться, танцевать, которые просто хотели себя продвигать как красивую девушку, либо как модель. Потому что модель — это, опять же, может быть различный размер, различный рост, различный параметр. Но все имеют место быть моделью. А в каких показах есть возможность участвовать? Мы, на самом деле, сами организовываем очень много мероприятий. В основном мы для своих мероприятий готовим людей. Но, конечно же, у нас есть партнерство, очень много проектов, поэтому мы обязательно обмениваемся контактами. И обязательно наши участники принимают участие в разных событиях в Москве и не только в Москве. А куда писать, куда звонить? talentsobaka.mail.ru. А в Инстаграме или в Фейсбуке? Да, в Инстаграме можно ввести хэштег #RisingTalents2019. Выйдет наша компания Sunrise Rose Entertainment. Друзья, пишите, звоните, продвигайте свои таланты, не бросайте начатое, ни в коем случае не ставьте на себе крест. И девушек с наступающим 8 марта, Юлия, с наступающим 8 марта. Спасибо! Что можете девушкам пожелать? Я пожелаю быть, прежде всего, уверенными. Потому что благодаря уверенности, даже из не очень красивой можно стать красивой, из не очень талантливой можно стать талантливой. То есть я думаю, что уверенность — это самое главное. Верить в себя и уверенно двигаться вперед. Друзья, верьте в себя. И вперед! Хорошего вам вечера, Юлия! Спасибо за интервью! Спасибо! Пока!